тренировок стало известно, что в данном месте находится оружие, но какое именно и сколько там его находится, я не знал, просто что кто-то из участников говорил, что в этом месте есть схрон на всякий случай. И я указал на этот дом, мы спустились в подвал, и сотрудники обнаружили там оружие. А кто вам говорил, кто указывал на наличие? На данный момент я даже не могу вспомнить, кто именно это был, поскольку времени очень много прошло. Сорин показал, что в период 2017 года находился в указанном заброшенном детском лагере Шакурским Ильей Александровичем на тренировке по тактике ведения боя в городской лесистой местности. В ходе общения Шакурский показал мне погреб, где хранилось оружие, спрятанное им. В одной из комнат под плитой показал мне сверток из полиэтилена, в котором находились два ружья, одно из которых похоже на автомат Калашникова. Он сказал, что данное оружие будет использовано против правоохранительных органов и органов власти. А с какой целью вы отрабатывали штурм здания? Ну, как я и говорил уже, что это было, все входило в тренировки для того, чтобы отточить навыки тактических действий. Если в каких-то дальнейших моментах мы сумеем применять эти действия. В каких моментах? Ну, если в дальнейшем, как планировалась вся подготовка, произойдет революция или какие-то народные волнения, чтобы уметь атаковать и защищать. Кирпичное здание, погруженное в землю. Спустившись ко входу, обнаружен короткий коридор. Вы сейчас пояснили, что отрабатывать тактические навыки для того, чтобы уметь в случае революции там, или восстания атаковать. Сейчас вы, наверное, использовали огнестрельное оружие вот вы, при ваших тренировках? Я еще раз повторяюсь, что на тренировках однажды мы оттачили стрельбу, пытались отточить из охотничьего оружия. В тот момент при штурме мы только коктейль Молотова пользовались, по-моему, макетами автоматов по Калашникову. Каким же образом, если вы не умеете, не владеете автоматом Калашникова, в том числе, вы отрабатывали навыки обороны, нападения, создания, деревянные автоматы? Условно было, я уже говорил об этом. Далее Зорин указал на заброшенную столовую. Зорин пояснил, что в указанном помещении Кукса Василий стрелял из пистолета марки, он не знает. Обнаружены три гильзы от пистолета ПМ. Можете описать, в каком состоянии были гильзы, когда их обнаружили? У нас экспертиза по ним проводилась. Я сейчас... Как они выглядели? Использованные гильзы, насколько я помню. Да. Ну, как они выглядели? Зажарелые или новенькие, блестящие? Я не помню сейчас, в каком состоянии они были. А вы поясняли, что ли, сотрудникам по поводу возможного происхождения гильзы? Ну, насколько я помню, да, объяснял. Чтобы гости были произведены были дерево с пистолета, я тут куксом, как и говорил. Время, когда противострелы могли быть произведены. Не помню сейчас, давно это назвало или нет. А сейчас можно? Если он стрелял, когда он стрелял? Не помню. А с какого пистолета он стрелял? Предположительно, с пистолета Макарова. Значит, чей это пистолет? Не могу сказать. Ну, кто его привез тогда с собой? Кукс приехал с пистолетом. Я не помню, я не говорил точно, кем был привезен, не могу сейчас помнить. Вы присутствовали при том, как Кукс стрелял с пистолетом? Да. Куда потом стрелял? Не знаю, не помню. Я говорю, довольно много времени прошло. Угу. Сколько выстрелов он сделал? Не помню, сколько. Патрон откуда взял? Не знаю. Кто еще присутствовал при том, как Кукс стрелял? Насколько я помню, Илья Шакурский. Ну, возможно, не исключая кто-то еще. Простите, можно Шакурского вопрос? Пожалуйста. Нет, я отчество забыл, прошу прощения, Александр. Была ли такая